в валенки залезли. У меня валенки лежат. Видно, вот они где. Это рыжий котик. Это интересно. Так, разворачивается. Зад пятки вылазит. Сестренку там достал. Легла на валенки. Это у меня валенки подшитые такие, большие. Ну, вылазь. Но все, вылез. А та вылазит, вон куда залезла. На повороте. Ну, вылазь. Шмурики. Он чувствует, она скребет, а не поймет, куда лезет. А опять промазал. О. Он лапами под этой внутри скребет. Он не может понять, что тут надо лезть сюда. Сейчас я валенок подтащу. Ну-ка. Догадаешься, нет? Вон она где. О! Валенок-то задавили теперь, его надо сделать таким, чтобы он вот так, о, побольше. Вон она сидит где, на повороте валенки. Вон она где твоя сестренка-то. Залез. Вот интересно. А маленький такой совсем. Ну вот у нас 4 пальца. Вылазит. Вылазь давай. Вылазь, мышонок. Ну, ну скорее иди, иди скорее. Вылазь, вылазь. Ну-ка. Давай. Вы скорее вылазь. Опять. Вот кротик так из-под земли вылазит, и это из валенка, и опять залезла там на повороте. Ну, вылазь, вылазь. Я тебе, вот моя рука, гляди. Ну, вылазь. Ну, вылазь давай. Ну, давай. Что ты там сидишь, а? Говорить не может. Ну все, пока. Спать пора. Первый раз земли насыпал, исходили они. Кто их учил так? Сходили, пописили. Только что запустил кошку, она полдня не была, я пас сегодня. И вот как они ее встречают. Буска, как встречает она их. Полдня не видели. Сейчас уже 8 часов вечера. А они с 3 часов ее не видели. Сидели. Я еще не подкармливаю их. Вот такие они выросли только на ее молоке. Видно, что она молочная. Теперь она вылизывает. Его прокинула и все вылизывает из него. Если хоть раз накормлю их, уже все.
А они где попало будут гадить. А сейчас это не очень, она вылизывает. Ну вот правда тут на тряпочку где-то там намочился, да сколько делал-то. Дал землю, где оправляться. Они там играют, кувыркаются. Невозможно следить даже за ними, с какой скоростью бегают. Это сегодня у нас 20 сентября. Беленькая видно кошечка, а это котик. Вот посмотреть, что они делают. Непрерывное движение. Ночью свет зажгу, они сразу же бегать начинают. Это маленькая такая, подвижная, удивительно. Все грызет.
Рыжий это котик, он побольше маленько растет сразу. А беленькая-то выходит кошонка. Видишь, он ее часто подминает. Уже бьет корпусом. Двенадцатого августа родились. А сегодня 22 сентября. Еще есть не даю, все это молочные матери так, на молоке матери выросли так. Она мать-то хорошая, заботливая. Вообще домой. Пуска. Вот они. Встречают, блядь. Все. Вот как встреча происходит. Целует их, гладит, моет. Вот такая мать. Это сегодня у нас 20 сентября. Совсем уже большенькие.
беленькая кошечка, а этот кот выходит. Что-то у меня пробежала какая-то скотинка. Это у меня старые валенки. Я их так сделал, чтобы открытые были. Котик побольше уже сразу делается. На ногах еще не твердые. Ну-ка, подожди. Ну-ка, лезь туда, лезь. Не хочет лезть. Вот ко мне подошла. Ох, маленькая такая, да? Такая хорошенькая, а? Давай-ка он туда, давай. Иди к братку своему. Ну, вот так. Корябается. Кусается. Чего ты тут сидишь? Ну-ка, лезь. Ты какая? Топ. Вот так. Опять она ко мне подошла, а? Вот так, иди туда, играй. Ночью в один валенок залезут, им там тепло. Это скребется в ящик охота полезти. Этот наблюдает, что с ним будет. Нет. Ящик выдвижной, тут им не взять его. О, по венику. По венику, как мышонок. О, о, на мои брюки рабочие сел. Сел, а брюки-то поползли брюки-то. Тот дальше залез тоже. Поехала. Попа. Брюки накрыли ее. Вылезла. Так. На стул. Кто-то тот где-то заваленный лежит. Одни глазенки торчат. Придется штанишки свои убирать. Вот так. Ну все, ребята, все на этом. Достаточно. Ох, носятся как с утра пораньше.
поднять надо, что мешает она. Лбами стучат в шкаф. Сегодня у нас 23 сентября. Потешно наблюдать. 2 месяцев еще нету. Все еще молоко матери сосут. Говори. Говори. Это мои валенки. Я в них поставил распорки. У голенищих, чтобы не закрывались. А они играют в прятушки. Сегодня 24 сентября 2018 года, вторник, понедельник. Месяц и 10 дней. 12 дней. Вот они. Рыжик побольше. Видно, котик. Самец. А это кошечка. Но до того шустрая. На колени лезет. Вот привыкла. Он ей поддается специально. Крадется. Туманно что-то так видно плохо. Валенок решил спрятаться. Это между валенками. Аппаратура была бы получше. Сидит, ждет, когда он вылезет.
вылазит. Палочкой я распер его, воткнул. Он убрать охота ему ее. Вот это рядом. Она его не знает, где он. Спрятался. Там интересно вылезти теперь. Зажал ее, опрокинул, верхом сел. Кидается сверху с валенкой. Вот, гляди, бас. Ой, ой. Хвостик поднял, испугался между валенками. А вот она его тут и достала. Хорошо, что, ну, редко где-то бегает, забегается, прям на месте пописает. А то идут вон туда, в туалет. Вот он, как он ее. О, сестренку свою гоняет. Вот так. Хвост ей оторвет. Вот так. Вот она в глубину валенка залезла и там поворачивается. Он за ней. Валенок, чтобы он не сжимался, я палочки выстрогал острые с двух сторон, воткнул. Вот она шабарщит, ему слышно где. Он не поймет, что надо на выходе ловить ее. Он там бьется, где она ногами шебарщит. Ах, увидал. Но достать бы ее оттуда. Вот оно как. Ой, ой. Сколько радости-то. Все еще не кормлю. Она питается хорошо. Рыба, мясо даю, молоко. Вот оно как. Хоть сколько смотри, не надоест, как они. О, горбом. Раз. Ага. Да какой он у меня хороший, Котя. Котя рыжий, а. Рыженький. Четверть. С хвостом вместе. А это изнутри вылазит. Ач. Как кротик. О, нашел еще что-то игрушку себе. Свесился там.
Ладно.